Ребят, всем привет! Вы на канале Чимитов Жаргал. Сейчас я нахожусь в городе Чиндоу. Это китайский город. И получается, рядом со мной сидит племянница моего друга. Ее зовут Серафима. Фамилия Шен. Да. И вот мы хотим вам непосредственно предложить то, что смотрите, ребят, когда я находил станок, очень тяжело было найти его. Когда я обратился к Серафиме, она очень быстро нашла его. Настолько быстро, что для меня это было удивлением. То есть она знаток своего дела и знает, как подешевле товар найти и более качественно. Так что, ребята, одно могу сказать. Ну, я сейчас непосредственно хочу к Серафиме обратиться по поводу того, что она сейчас живет в Гуанчжоу. Можешь рассказать маленько о Гуанчжоу? Гуанчжоу. Она маленько русский знает. Расскажи тогда о себе. Ага. Я раньше училась в Москве и потом вернулась в Китай. Сейчас живу в городе Гуанчжоу. И около Гуанчжоу там есть много заводов и хорошие китайские товар. И я могу. Ну, я попробую найти хорошие китайские товары по дешевле. По низкой цене. Да. Ясно. Там очень много вообще в Гуанчжоу. Да. Фабрик. Они делали все. То есть все сделали. Угу. То есть по всему. Например, мебель. Бренды тоже делают. Да. Одежды, сумки. А по качеству они отличаются от бренды? Да. Угу. Отличаются. Нет, то есть они ниже качества или нет? Или одинаково? Ну, есть нижнее качество, есть высокое. Соответствует цене. Да, цене. Понятно. Вот. Извините, плохо говорю. Да, вообще хорошо говорит. Так. Что еще скажешь? Я это вырежу потом, конечно. Ага. Так, вот это все. Но лишнее. О чем будем еще? Так, что нам еще надо сказать? Так, про Гуанчжоу сказали. Любой товар, который вы хотите заказать с Китая, можете обращаться к нам. Ну, это можешь ты сказать? Ну, или я. Ладно, хорошо. Ребята, любой товар, который вы хотите заказать с Китая, независимо количества, независимо размеров, мы можем вам привезти, доставить точнее. То есть у нас есть все непосредственно связи, чтобы доставить вам товар хорошего качества. Ну вот, вот это хочу сказать. Ну все, ребята. Все. Всем пока.